Вы спросите меня: Александр, а на что я, собственно, смотрю сейчас? Я вам отвечу. Это я на арендованной кухне собираюсь приготовить блинчики по рецепту своей бабули. Это и будет вступлением к моему третьему ролику. Я решил, что в этот раз не буду грузить вас какими-то мыслями или философскими рассуждениями о жизни, а просто продемонстрирую, как можно в домашних условиях приготовить лучшие блинчики в вашей жизни. Совершенно бесплатно, и даже не нужно записываться на онлайн-вебинары. А параллельно с этим я расскажу, что же произошло в моей жизни за почти что 2 месяца. Поэтому давайте, наверное, по порядку. Сначала у нас был Комик-кон. Да, Комик-кон. И вы не ослышались? Комик-кон на Кипре. А что отличает местный Комик-кон от всех Комик-конов, на которых я был? Я был только на этом. Но здесь я вижу 3 главных атрибута. Полимеры, мусор и косплей. Кстати, косплея на фестивале было не так много, о чем я еще скажу чуть позже в видео. Зато фанатов косплея было хоть отбавляй. Посетители с удовольствием фоткались с персонажами любимых или знакомых вселенных и даже собирались в актовых залах в особо крупные группы, чтобы послушать лекцию какого-то профессионального косплеера. Для остальных же свои двери открыли кинозал, где можно было глянуть авторское кино и анимешечку, многочисленные столы с мейкап-артистами, магазины со всякими безделушками и коллекционными вещами, а также тематические уголки с разного рода активностями. Кто-то фехтовал и стрелял из средневекового оружия, другие рубились в ДНД, третьи брали под контроль самодельных роботов и гоняли мячики по игровому полю. Для любителей просто бухнуть пивка была прекрасно организована сцена с музыкальными группами. Эти, например, играли саундтреки из аниме и всяких JRPG. Кстати, довольно неплохо получалось. На самом деле это уже, наверное, 68-е видео с Комик-кона, и я приехал сюда уже часов как 5, наверное, назад, но движуха началась только к середине дня. Сейчас без 5:03, я иду на рестлинг, но вообще ощущение довольно классное. Много движухи, много людей, много еды. Немного косплееров, но в целом все очень весело. Но самое главное впереди. Тогда я еще не знал, каким адским калом сатаны окажется местный рестлинг. И даже пафосные выходы бойцов под музыку, запущенную с YouTube в перемешку с непропускаемой рекламой, не смогли завуалировать этот испанский стыд, что я почувствовал при просмотре всего зрелища. Поэтому я быстро оттуда свинтил в закусочную, чтобы попить газировочки, съесть хот-дог под аккомпанемент Хагрида и в конце концов отправиться туда, ради чего я, собственно, и приехал на кипрский Комик. Я не знаю, слышно меня или нет, но только что за мной закончился турнир по Street Fighter 6. И выиграл какой-то, естественно, Челобас, я его не знаю. Но самое главное, что будет потом. Дальше будет Tekken 7, а потом будет Mortal Kombat 1, в котором я, собственно, и буду принимать участие и разрывать жопы. Увидимся в прямом эфире. Сейчас вы наблюдаете на своих экранах мой первый и последний бой на этом турнире. А самое обидное даже не то, что я проиграл, как пуси, а то, что Калимеры задержали турнир на 2 часа, я там сидел до второго пришествия, чтобы вылететь в топ-16. Просто хохнут, да? Ой, ну да ладно, зато следующим по списку у нас идет отпуск в Великобритании. Или как ее тут местные называют, UK. Наше приключение в Англии уже началось вот с этого домика. Вот с этого. Хотели жить вот в этом, но средств хватило только на этот. Здесь же все паунс. Понимаете, что? Не ваши евро, а паунс. Этот поющий заспанный пацан я. Просто почти 5-часовой перелет и дальнейшая 5-часовая поездка на машине не прошли бесследно для меня. Короче говоря, сразу же после прилета в Лондон мы поехали в Уэльс. В общем, мы приехали на побережье Уэльса. Пишу без майка, потому что майка нет. И, скорее всего, будет очень ветрено. Но я надеюсь на свой Фуджи, что он все корректно запишет. В общем, вот такое вот место. Вот такое вот. Наверняка будут пересветы, но anyway. В
Уэллс встретил меня дождем и ураганным ветром. Ну, я этому был даже рад, ведь кипрская жара, честно говоря, уже порядком надоела. Сегодня мы на Three Cliffs Peak. Это еще одна из частей Уэллса. Ну как, это просто тупо побережье Уэллса. Опять у меня капельки от дождя на объективе, потому что, ну, сами понимаете. Это вообще легально жить в такой стране? Ну вы просто посмотрите. Ну это же... Проведя в этом замечательном месте чуть больше, чем один полноценный день, мы двинули в столицу. Ну что ж, вот и London Eye. 34 фунта, если заказывать сегодня, и чуть дешевле, если заказывать на следующий день. Ну что, я уже один раз катался. Ну, прикольно. Прикольно. Классненько, комфортабельно. Единственное, по-моему, вдвоем нельзя там кататься. Есть только общие кабинки. Как-то так. На самом деле, если вы первый раз прилетели в Лондон, то я вам настоятельно рекомендую прокатиться на этом колесе. Желательно, конечно, еще подгадать погоду и время, чтобы народу было поменьше, но в любом случае удовольствие получите невероятное. С него хорошо ощущается масштаб города и видны все знакомые достопримечательности, от Темзы и Биг Бена до Гринвича и арены О2. Вообще, дни в Лондоне были насыщены по соотношению количества потраченного времени и мест, которые удалось посетить. Не считая парков и скверов, я успел посмотреть Британский музей, Британскую библиотеку. Видео с последним ничтожно мало, поэтому вот вам фотокарточки. Также я заскочил в новый торговый центр, который переоборудовали из бывшей электростанции. Тут вам и магазинчики в одном стиле, и лифт на смотровую площадку, и ресторанчики с кинотеатром. Но больше всего времени в этот раз я, конечно же, провел в Музее естественной истории Лондона. Кстати, холл с гигантским скелетом, который вы наверняка видели на каких-нибудь картинках, оказался не главным. Вот главный вход. А еще совсем недавно там открылся новый павильон с относительно новыми находками археологов. Я в этом музее уже, наверное, четвертый раз, и каждый раз нахожу что-то новенькое. Вот, например, вот этих вот челобасов, которые позади меня веселятся. Классный музей, и стоит всего 16 фунтов, так что... Последний же день в Лондоне я посвятил Гринвичу и его окрестностям. Походил между колоннами, как Панасенков по Скайриму, зашел в Painted Hall, кстати, очень советую, и торжественно завершил поездку в UK походом в паб. Так, а что у нас было дальше? А, точно! У нас же рядом с домом что-то загорелось. Да-да, ни с того ни с сего рядом с моим домом загорелась куча строительного мусора. К слову сказать, пожарные калимеры приехали молниеносно. Тут полиция даже так не работает. В общем, все затушили и уехали. А вот запах шашлычка из битума и горелой резины стоял еще пару суток. Но это нормально. Так, ну а в середине октября я уехал в Румынию. И у меня на это было две причины. Первая причина – это был мой день рождения. А вторая – вторую я не помню. Йоу-йоу-йоу, это первый день. Сейчас будет, наверное, какая-нибудь красивая нарезка там из кадров, что будет в этой серии или что-то такое. Может быть, и не будет. В общем, что? Мы заселились в отель, но мы уже с него съезжаем. Ой, я двигаю линзу. И сейчас мы поедем на самую красивую трассу в мире, вот. А еще сегодня у меня день рождения, поэтому погнали. Вот, в принципе, так я и съездил в Румынию. Это если кратко. А если более подробно рассказывать, то я действительно посетил самую красивую трассу в мире под названием Трансфагараж. Что интересно, наш подъем на высоту в 2145 метров начался со встречи с живым медведем. Он оказался не единственным на нашем пути. И кадром из фильма «Пункт назначения 2». Этот ман ехал ровно посередине тоннеля и мило мигал мне дальним светом. А вот дальше началась настоящая красота.
Первым обзорным пунктом по пути на вершину является плотина Vidraru с миллиардом букв R в названии. Плотина была построена в 1966 году и постоянно охраняется местными военными. Однако по ней можно спокойно гулять, фотографировать, кормить бродячих собак, глазеть на статую Прометея и кататься на лодках по глади водохранилища. Медведей на этом участке встречается очень много. Их нельзя кормить, да и приближаться к ним довольно опасно. Но, как видите, людей какие-либо правила особо не останавливают. Следующая часть пути практически вся проходит меж горных перевалов и лесных массивов. И лишь ближе к концу заканчивается резким подъемом. Примерно там же начинается и бесконечный серпантин. На самом деле эта часть пути чуть ли не самая красивая, после, конечно же, вершины. Немаловажную роль в восприятии мной сих красот, думаю, сыграли ясное небо и, как следствие, отсутствие каких-либо осадков. И вот, когда вам уже покажется, что красивее и быть не может, вы проезжаете сквозь тоннель, паркуете автомобиль, поднимаетесь по ступенькам и видите ее, вершину Трансфагараша. Всем привет, я, в общем-то, опять не подключил микрофоны. Честно говоря, я даже не знаю, зачем я их себе купил, потому что их не подключаю, но это не важно. Я добрался. В свой день рождения в 33 я добрался сюда. Правда, стоит отметить, что попасть сюда можно только в определенный момент времени. С конца октября по начало июня дорога закрыта, поэтому тщательно планируйте свой маршрут. Добраться сюда можно не только на арендованной машине или на горбу у своих друзей. Можно купить билет на экскурсионный автобус или поехать с кем-то из местных автостопов. А если вам даже надоест передвигаться по земле, вы всегда можете воспользоваться фуникулером и пролететь над серпантином, подобно моему дрону. Честно говоря, на вершине довольно холодно, поэтому запаситесь теплой одеждой. Еду можете не брать, вас всегда накормят румынским супчиком на берегу озера в окружении Карпатских гор. Ну что, вот так вот нас встретил Брашов. А это снова я, на следующий день, в окрестностях города Брашов. Это город где-то в 200 километрах от Бухарест, столицы Румынии. И я вижу царапину у себя на эндофильтре. Anyway, короче, отель называется RK Hotel, трехзвездочный, но он просто мега крутейший. Находится, правда, он на пустыре где-то, в заднице динозавра, но классно. Очень понравилось. Ну и туман. Последний оказался очень уютным местечком, с такими вот потрясными буквами на горе в стиле какого-нибудь Голливуда. В Брашове тоже было туманно, весьма людно и по-осеннему желто. Живя на острове, где есть только одна пора, это лето с его выжженными панорамами и духотой, я совсем забыл, что такое сменяемость времен года и как они, эти самые времена, прекрасны в своей индивидуальности. В Брашове тоже обошлось не без приключений. Оказалось, в тот самый день, когда мы приехали, в городе проходил автофестиваль со всеми из этого вытекающими. Были гонки, тачки, девчонки, стенды, бесплатный чай с печеньем, музыка, толпа зевак и, конечно же, какое-то странное, но от этого нисколько не отталкивающее чувство праздника. По дороге в Бухарест, который я так и не посмотрел толком, я заскочил в один из многочисленных замков Румынии. Убежище пресловутого Дракулы я решил пропустить, поэтому выстроил путь прямиком до замка Пилеш. Долго разглагольствовать не стану. Скажу только, что входной билет стоил 30 евро, и он себя полностью окупает. Три этажа невероятных в своем разнообразии комнат. От оружейного зала и чайной комнаты до особого помещения для изучения живописи. Вот. Ну, короче, как-то так. Прошли эти полтора месяца. Сегодня не буду никакие синематики снимать, никаких сложных выводов делать. Вот так все ставлю. Вот. Ну, титры еще. Титры пущу обязательно. Титры мне нравятся, да.